Добрый вечер, здравствуйте! В эфире капитал-шоу «Поле чудес». Культовые передачи отечественного телевидения показали студенты Саровского физико-технического института на сцене молодежного центра. Темой традиционного дня первокурсника стал теплый семейный вечер перед телевизором. В атмосферу какой телепередачи придется погружать зрителя, студенты узнали путем жеребьевки. Выпало «Поле чудес». На подготовку было выделено очень мало времени, на самом деле, вот, буквально там 2 недели. Мы за эти 2 недели прекрасно, считаю, подготовились, сделали барабан, грим всем, костюмы нужные достали, то есть... Я считаю, что все прошло прекрасно. На сцене показали фрагменты как новых передач «Импровизация» или «Мужское-женское», так и тех, что не сходят с экрана в долгие годы. Например, «Жить здорово», «Модный приговор» или «Давай поженимся». Имеет 8 кредитов и 2 ипотеки. Наверное, считает, что будущее невеста поможет ему расплатиться за всем этим безобразием. Увлекается домино, баней, рыбалкой. Короче говоря, типичный автомеханик. День первокурсника – первый этап битвы групп. По итогам выступлений каждая команда получила свои баллы. До Нового года проведут еще несколько этапов. По их итогам определят победителя, который отправится в Москву в рамках Всероссийского дня студенчества, где представится РФТИ в финале со всеми остальными филиалами МИФИ. Помимо искрометных шуток, со сцены звучали также теплые слова и наставления первокурсникам. Заполняйте свое портфолио, получайте стипендии. Занимайте активную гражданскую позицию. Помогайте тем, кто в этой помощи нуждается. Чтобы дать повод гордиться вами, нам, вашим учителям и вашим родителям. Бытует мнение, что стать настоящим студентом можно только после дня первокурсника. Первогодки успешно прошли студенческое крещение. Впереди у них непростое время первых экзаменов и зачетов. Самые вспоминающие, это, наверное, были первые знакомства с группой. Это непередаваемые эмоции, потому что ты видишь этих людей первый раз, а тебе с ними учиться на протяжении 4 лет. И это знакомство было просто изумительным. Я ходил на настольные игры. Вот. Я выступаю, у меня практически главная роль. Да. Вот. Планирую куда-то записаться и в АСО попасть куда-то, летом поехать в стройотряд. На празднике первокурсникам по итогам ежегодных онлайн-курсов «Технологическая история атомной отрасли» вручили сертификаты за знание истории отечественной атомной отрасли. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.